Южную баню, или иначе говоря, банно-прачечный комбинат Рубцовска, помнит все старшее поколение города. Здание уже разменяло восьмой десяток. Несмотря на свою популярность в прошлом, вот уже несколько лет помещения комбината пустуют, а интерьер изрядно обветшал. Определить дальнейшую судьбу здания чиновники решили прямо на месте. По словам председателя Совета депутатов, примерная стоимость реконструкции оценивается в 21 миллион рублей. Изыскать эти средства придется в бюджете на 2020 год. Плюс 2-3 миллиона на проектную документацию. Правда, при этом пострадают другие сферы, требующие финансирования. Вы понимаете, что это будет очень тяжело. Отнять мы можем долго. Вот в образовании, в культуре, в спорте и в ЖКХ все больше нет. У нас наш бюджет, вы знаете. Южная баня находится на балансе центрального рынка, в ведении которого имеется еще одна муниципальная парная. Содержать оба здания для владельца невыгодно. Если эту баню мы откроем, вложим сюда 21 миллион, плюс еще, сейчас если будем по-новому проект делать, это еще плюс не 1, не 2 миллиона, это 1,3 миллиона, если полностью проект сделать. Это еще сюда войдет. Та баня просядет, в принципе, она в настоящее время нормально сделана, нормально народ туда идет. Ну, а здесь, мне кажется, легче ее в суд нести. Депутаты же считают, что баня – социально значимый объект, который нужно сохранить. Причем ремонт можно сделать и дешевле. Несчастная эта баня, там я не верю вот этой цифре 21 миллион. Давайте все-таки немножко к народу повернемся. А вот администрация Рубцовска позицию народных избранников не разделяет. По мнению чиновников, баню однозначно надо сносить. Это позволит сэкономить бюджетные средства и направить их, например, на совершенствование дорожной инфраструктуры. И все же вопрос о том, скажут ли когда-нибудь в Южной бане с легким паром, по-прежнему остается открытым. Анастасия Бертенева, Елена Аринкина, Геннадий Лабзин. Наши новости.